Александра Сиденкова служит в полиции больше 10 лет. Ее немецкая овчарка Элиот лучше других ищет спрятанные наркотики. На ее счету десятки партий, запрещенных к обороту препаратов. Главным при дрессировке Александра считает терпение и понимание. То, что служебных собак специально приучают к наркотикам – миф. Очень губительно для организма, и животное очень быстро погибает. Смысла нет совершенно вот это заниматься этим. Опять же, розыск людей, то есть это же не говорит о том, что мы кормим людьми. Самарский центр служебного собаководства – один из лучших в стране. Первые места во всех категориях достались хозяевам соревнований. Особая гордость в том, что разведением собак занимаются сами, а не покупают питомцев на стороне. На протяжении двух последних лет самарские кинологи занимали первое место на чемпионатах России и на подобных. Я на это надеюсь, что и в дальнейшем будем побеждать именно благодаря собакам нашего разведения самарского. Мы сегодня изучаем вопрос целесообразности разведения. Я скажу, что мы пока не находим целесообразности в этом вопросе. МВД планирует закупать животных участников, готовы выделять на эти цели серьезные средства. Кроме того, кинологов выведут из подчинения уголовного розыска. Служба станет отдельной структурой МВД. Сотрудников обещают не сокращать.